Проголосовать за своего кандидата в Госдуму на этот раз можно онлайн на сайте pg.er.ru. Сделать это может любой житель Бурятии старше 18 лет, постоянно проживающий в республике. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, нажать «Хочу проголосовать», авторизоваться, ввести логин и пароль от учетной записи на госуслугах, а затем, нажав кнопку «Предоставить», добавить номер телефона и пин-код из СМС, поставить галочку и подтвердить согласие на обработку персональных данных. Все условия, детали, подробности прописаны, есть на нашем сайте, в том числе мы можем, те люди, которые заинтересуются, можем проконсультировать, мы можем объяснить и полную информационную как бы, помощь оказать при, как при регистрации, так и при выдвижении кандидата. В случае, если у человека нет учетной записи на госуслугах или он не помнит свой логин и пароль, можно зарегистрироваться или восстановить свою учетную запись в ПФР и отделениях МФЦ, а также через онлайн-сервисы банков. Кстати, учетная запись на портале госуслуг дает ряд преимуществ. 30% скидки на оплату госпошлин, например, при получении паспорта или водительского удостоверения. После успешной регистрации вы можете голосовать за своего кандидата на сайте, не выходя из дома. На сегодня в Бурятии на сайте предварительного голосования «Единой России» зарегистрировалось в качестве выборщиков больше 20 тысяч человек. Пройти процедуру регистрации можно до 28 мая. Я зарегистрировала всех своих близких. На самом деле это очень легкая процедура. Госуслуги нам в этом помощь. Поэтому я думаю, что труда особого не составит зарегистрироваться на сайте и проголосовать. Процедура проводится онлайн, она будет открытая, честная, что все демократично, как бы сказать, и честно. Тех, за которых мы будем голосовать, они будут участвовать и будут кандидатами. Почему это не проблема? Конечно, с удовольствием зарегистрируюсь. Я как патриот своей страны очень хочу, чтобы вся социальная политика, которая проводится «Единой России», воплощалась в жизни, чтобы у народа все шло к лучшему. На сегодня в качестве кандидатов на праймерис «Единой России» от Бурятии выдвинулось 32 человека. Сроки приема документов продлены до 14 мая. Все вопросы по голосованию можно уточнить в региональном исполкоме партии «Единая Россия» по адресу улица Борсоева, 7А, 201 кабинет.